Пятница утро. Ну, ночь еще прохладная более-менее. Мы ночевали под вентиляторами, но днем было жарко. Я еду в поддержку моего мужа с ним на очередную процедуру. Сегодня лазерная процедура глаза. Вообще, вчера он ездил, сам делал укол. Поэтому обратно буду ехать за рулем я. Вот. Ускоренными темпами начали ему делать процедуры, чтобы страховка не перестала выплачивать или что там, не знаю. Или потому, что он терпеливый. Но все равно для него это стресс, поэтому я еду, как говорится, поддержка и обратно, если, ну, знаете, после процедуры все-таки лазерный лучше за рулем, чтобы я сидела. Вот такие у нас новости. Подъезжаем. Ну, это же все забито. Парковки все. Данилка причепуренный. Льняная рубашка у него давно вот была. Он потом похудел, перестал ее носить, но мы ее сохранили. Эй, Дэниел, хай. 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 Where are you going? Закрыли нас. Вдвоем. Накапали 3 вида уже ему капель. Сказали, жди. Ну, когда врач придет, меня, конечно. You gonna do it here? Yeah. It's warming up. Разогревает. Конечно, он нервничает, хоть и не подает вида. Возьмет какое-то кресло. How long usually? 10 minutes? 10 minutes. But you can see there's like a orange thing in your eye, you'll see. Оранжевое что-то там. Глазу. One side of the eye over. И он видит, как оно двигается. Оранжевое что-то. And when he gets right in here, and right in here, down here, and up here is when it hurts the most. Just the normal, like this, it's not too bad. Сверху вниз больно. But when he gets into here, into here, like which he tells me to look left or look right, then it's okay. Drink water, baby. Oh. But in, Устал. Процедур уже 10 процедур. Вот тут у него, видите, все его. Да. Вся документация. How you support for me? I pity for you. You can be go, Dan, you go. Go, Dan, you go. Go, Dan, you go. Huh? Come on. Huge eyes. Ну что, Данилка позаботился. Поговорил с доктором, сказал о моем диагнозе. И они сказали, что это надо мне прийти, снимок сделать. Короче, записалась я на прием. Что, зря сюда, что ли, езжу? Записалась на прием. И они посмотрят. Ну что, лучше что-то не становится моему глазу. Сверкает. Переживать за меня, сам слепой. What'd you say? I say, you worry about me, but you blind. Yeah, I worry about you. If you don't take care of yourself. Два слепошарика. You take care of everybody else but yourself. Заботишься обо всех, you говорит, cough, you не о себе. You snuffle, you sneeze, you're blind, you're stuttering, but you don't take care of yourself. Yeah. You go to an optometrist who thinks they're a surgeon. But they're looking deeply. They're not a surgeon, though. You know, that should be pretty much the end.
Говорит, показал ему 950 cuts. Снимок, какой был у него, сколько вен вот этих. Finish my left eye. Убрали вены, которые не нужны. A little bit of work to do on my right. But now he's got to start on you. You talk to doctor? Yeah, we were talking about you. С доктором обо мне поговорил. Talking about your detached retina? Yeah. And he says, well, she's gotten it taken care of. I says, the people at Walmart, she says, oh, no, she needs to come and see us so we can look at it properly. I says, well, they keep saying it's healing and for her to keep coming back. He says, I says, well, can she get a referral from? And he's like, we don't need a referral. Oh, it's like, have her stop out front on her way out and have him check her insurance. If she's good to go, make an appointment. Okay. Люба, привет, дорогая. Решила тебе показаться. Стрижка у меня вот такая коротенькая. Коротко подстриглась, но не покрасилась. Виски белые. Ну ничего, покрашусь. Все впереди еще. Пока, дорогая. Люблю. Целую.